Здравствуйте! Разнообразие ради предлагаю начать сегодня с золота. Если мы просто посмотрим с вами на график, то увидим, что как раз в пятницу мы наблюдали определенное восходящее движение по золоту. Оно смогло не то что преодолеть отметку 1830 долларов за унцию, но даже попыталось подобраться к отметке в 1840. Сейчас происходит консолидация где-то вот как раз посередине 1835. И по большому счету это вполне нормально укладывается в логику банального технического отскока после достаточно резкого движения. Потому что незадолго до этого золото там буквально за пару часов просто-напросто подешевело более чем на 20 долларов. Это резкое движение, причем за столь короткий промежуток времени, поэтому неизбежно должен был случиться там какой-то коррекционный тренд. И это произошло. Однако, есть такое, тут начинают развиваться крайне интересные события. В некоторых телеграм-каналах сегодня утром стала появляться информация о том, что Уганда объявила о обнаружении каких-то просто сумасшедших запасов золота. По заявлениям властей Уганды, они обнаружили золотоносную породу почти в 31 миллион тонн, что в пересчете на золото может дать примерно 320 тысяч тонн. И вот тут вот, когда я услышал эту цифру, я несколько напрягся. Там, понятное дело, уже начинают говорить о том, что вот какие-то там компании местные начинают сейчас будут заниматься разработкой, прибыль там вот 20 триллионов долларов. То есть, ну, прям заживут сейчас, вообще, обалдеть можно. В чем здесь прикол? Дело в том, что за всю историю человечества было добыто 160 тысяч тонн золота. Ну, плюс-минус, да, примерно оценивается где-то вот в эту цифру. За всю историю. И вот за 5000 лет письменной истории человечество прошло мимо такого вот, я не знаю, просто горы золота, которая вот стоит посреди саванны, да, это маловероятно, крайне маловероятно. Из рек вымывают, значит, а тут такого вот не видят. Такого банально не бывает. Конечно, тут можно сказать, ну это же какая-то там дикая Африка, там цивилизация пока добралась, пока смогли вообще хоть что-то обнаружить, не умели же, не знали. Да ладно вам. А Древний Египет, древнейшая и самая долго существовавшая цивилизация в истории человечества, 3000 лет беспрерывной письменной истории. Да, можно сказать, это же север Африки, это не южнее Сахары. Как бы, а ничего, что они устраивали набеги и военные экспедиции на территорию современного Судана. Это, кстати, южнее Сахары, получается. И местные царьки становились вассалами фараонов и платили им дань золотом. Что и приводило к тому, что в древнем мире Египет даже называли страной золота. Что у вас золото в стране больше, чем песка. Такие обращения были вавилонских царей к египетским фараонам. Мол, поделитесь, дайте чуть-чуть, а я вам что-то взамен тоже дам. То есть, ну, использовать как средство торговли. То есть, в Судане, это вот Африка, уже тогда, несколько тысяч лет назад, проводилась добыча золота. Идем далее. Восточная Африка, она тысячелетиями торговала с Ближним Востоком, с Индией, тот же самый город Могадишо. Древний город, с древними торговыми традициями. И что, вот они там торгуют, и к ним не попадают какие-то технологии горнорудные, металлургии. Конечно, попадали. Естественно, к тому же они же видели, что вот эти огромные цивилизации ценят золото, и за него можно у них много чего интересного купить. Поэтому надо попробовать поискать здесь возле себя, на своем заднем дворе. На западе Африки, южнее Сахары, тоже предпринимались попытки неоднократные создания, ну, скажем так, начала цивилизационных процессов. Они даже разрабатывали, изобретали собственную архитектуру. Ну, как любопытство ради поинтересует, что такое волосатые дома. Да, довольно интересно. Это для общего развития. Ну и самое веселое во всей этой истории. Юг Африки, территория современных ЮАР, Зимбабве, там, соседних прилегающих территорий. Когда туда пришли белые люди, то есть относительно недавно, они с удивлением для себя обнаружили немалое количество древних руин. То есть там была некая цивилизация, ну или хотя бы были ее зачатки, как минимум. Ну да, эта цивилизация к тому времени пришла в упадок, в тотальный упадок. Это, в общем-то, ничего удивительного. Любая цивилизация рано или поздно приходит к своему тотальному упадку. Это норма.
в историческом процессе. Ну вот европейцы застали цивилизацию уже после этого упадка, точнее ее остатки. И по описаниям тогдашних археологов, а точнее говоря, тогдашних Индиана Джонсов, они же не могли поверить, что это какие-то негры там сделали. Это прямым текстом так писалось. Поэтому это явно были какие-нибудь там белые люди, это они так описывали. Но нельзя же было доказать, что, ну, показать, что тут могла быть хоть какая-то цивилизация не белая. Поэтому надо было все это разграбить. И разграбляли. По описаниям, полы были сделаны из золота в этих дворцах. Понятное дело, что, конечно, нет, там была какая-то инкрустация с золотом, были какие-то вставки из золота, вполне возможно. Они их банально срывали, переплавляли и перевозили к себе в Англию. Потому что в основном это были, конечно, англичане. То есть там тоже проводилась какая-то разведка, добыча золота. И вот с учетом этого все как-то прошли мимо таких больших запасов. В это невозможно поверить. Это похоже на какую-то мульку. По всей видимости, запущенную правительством Уганды или какими-то деятелями в Уганде для того, чтобы попытаться привлечь лохов со всего мира и привлечь какие-нибудь кредиты. А потом все смоются. Мол, у нас денег нет, вы проинвестировали, извините, прогорели. То есть, все это похоже на это. Но самое веселое в этой истории, то что, например, ТАСС публиковал эту новость 8 июня, а никак не сегодня. Кто-нибудь заметил, с 8 июня, вот было падение 13 июня, оно было связано с другими причинами, а вот с 8 июня как-то какого-то резкого падения в три раза, а, еще раз говорю, добыто за всю историю 160 тысяч тонн, и тут говорят, есть еще 320 тысяч. То есть предложение в будущем вырастет в три раза. По закону спроса и предложения, резкий рост предложения приведет к падению цены. Ну, можно несложно посчитать. Хорошо, не в три, в два раза. Этого не произошло. Почему? Да потому что, во-первых, мало кто в это поверил, потому что, ребята, какие-то цифры фантастические. Вы откуда их взяли вообще? Б, а где подтверждение? А вот самое смешное, что от различных международных структур, крупных компаний золотодобывающих или там горнорудных компаний, подтверждений нет вовсе. Но отдельные телеграм-каналы, как я уже сказал, пытаются вновь поднять эту новость. Тем самым завлекая людей, незнакомых с этим рынком, действительно, незнакомых с историей использования золота, на этот рынок, что «О, золото сейчас будет много, оно подешевеет, надо там что-то с этим сделать», и привлечь людей на этот рынок, чтобы они принесли свои деньги. И потом, естественно, остались без них. Будьте внимательны, это очень похоже на банальный элементарный лохотрон. Если вы видите по каким-то пабликам, по каким-то телеграм-каналам или в каких-нибудь блогах вот подобные новости, очень внимательно за этим следите. Ни в коем случае не нужно на это покупаться. Обратите внимание на то, как появился себя рынок. Мы не увидели феерического какого-то движения ровно в те дни, когда эта новость изначально вышла. Вместе с тем на золото влияют все те же самые факторы, которые влияли и до этого. О них я говорил многократно. Это изменение монетарной политики центральных банков. В первую очередь, конечно же, ФРС и ЕЦБ. ФРС уже начал повышать процентные ставки, ЕЦБ вот-вот начнет это делать. ФРС, причем, вполне возможно, будет сейчас активнее повышать ставку рефинансирования. Это уже стало приводить к росту доходности государственных облигаций, как европейских стран, так и Соединенных Штатов. А рынок государственных долгов – это, по большому счету, крупнейший рынок защитных активов, к которым относится и золото. И если в одной части этого рынка активно растет доходность, то капитал из других частей этого рынка будет перетекать именно в эту часть. Соответственно, из золота будет полномерно происходить процесс оттока капитала и его перетекания в рынок государственных долгов. Так что вот это перманентный фактор, влияющий негативно на золото. То есть золото, конечно же, будет снижаться. Неизбежно. Постепенно, поступательно, но резких каких-то колебаний на фоне вот подобных феерических новостей ждать не стоит. А это банальная разводка. Именно для этого для того, чтобы пояснить это, я и акцентировал свое внимание на подобной удивительной новости. Хотя изначально, когда она вышла 8 июня, я ее как-то пропустил. Ну, потому что на рынке ничего не случилось, этого не было заметно.
А тут сегодня случайно утром вот наткнулись на такие вещи. Это крайне-крайне забавно выглядит. Что у нас дальше происходит? Ну, если мы посмотрим на европейские валюты, евро вроде бы в пятницу постепенно рос, фунт же всю пятницу стоял на месте. По большому счету, на самом деле, они, что евро, что фунт, продолжают оставаться в боковом движении. По фунту это 1,22-1,23, по евро это 1,05-1,06. И рост евро был обусловлен тем, что фунт уже у верхней границы, а евро еще нет, и он подтягивается к этому диапазону, то есть к верхней границе диапазона. Сейчас вроде как фунт пытается пробить, но как-то не уверенно. Вместе с тем есть предпосылки того, что сегодня и евро, и фунт все-таки, ну хотя бы временно выйдут за верхнюю границу своих коридоров. Поводом станут данные по заказам товара для длительного пользования. Потому что с ними тоже произошла любопытная метаморфоза. Еще в пятницу утверждалось, что заказы вырастут на 0,3%. А сейчас они должны сократиться на 0,3%. По всей видимости, все-таки бесконечные разговоры о высоком риске скатывания американской экономики в рецессию заставили многих задуматься и начать пересматривать прогнозы. Если американская экономика скатывается в рецессию, то это неизбежно становится следствием снижения потребительской активности, потому что она является главным локомотивом, драйвером американской экономики. И раз это так, то, ребят, значит, надо что-то посмотреть, там, что у нас происходит с заказами. Видимо, как-то актуализировали некоторые данные и пересмотрели прогноз в худшую сторону, потому что увидели, что нет, там роста нет, а есть все признаки снижения. Заказы – это опережающий показатель для розничных продаж. Розничные продажи, кстати, тоже чувствуют себя не лучшим образом, они постепенно замедляются. Соответственно, снижение заказов указывает на дальнейшее снижение динамики розничных продаж. То есть, вот со всех сторон это выглядит крайне негативным фактором. Так что, естественно, что публикация этих данных, если они подтвердятся, эти прогнозы, то хотя бы, еще раз говорю, на некоторое время евро поднимется выше, чем 1,06, фунт поднимется, ну, закрепится выше, чем 1,23. Но это будет временное явление. Потому что дальше будем все-таки смотреть, как у нас будут развиваться события. И, скорее всего, при прочих равных мы все-таки будем двигаться, опять же, по нисходящей. Потому что тут банальный диспаритет процентных ставок. У ФРС ставка выше, ФРС поднимает ее активнее. Следовательно, доходность по американским облигациям тоже выше. Ну и, соответственно, это привлекает внимание, интерес, да, к доллару, потому что именно за доллары ты покупаешь американские облигации. Ну и плюс не стоит забывать про то, что идет постепенный процесс обратного выкупа активов. То есть Федеральная резервная система забирает средства у финансового сектора, выставляя им требования по обратному выкупу тех мусорных бумаг, которые в свое время ФРС у них брал в качестве залога, то есть спасая весь финансовый сектор. То есть это тоже будет приводить к оттоку наличных долларов, то есть свободных долларов в обороте. А те же самые фининституты американские уже успели эти деньги за годы раскидать по всему миру, то есть будут забирать и возвращать обратно в доллар, что тоже будет сказываться постепенным ростом доллара. То есть вот эти два фактора, они при прочих равных работают на усиление доллара. Так что тренд на укрепление американской валюты, он продолжается. Рубль, ну тут тоже, конечно, просто потрясающе. Во-первых, мы опять видим попытку пробития 52 вниз, то есть уже доходим почти что до 50, там, ниже 51 проходили сделки. Тоже довольно забавно. Тут все тоже без изменений. Банк России пока не начнет смягчать параметры монетарной политики, не снимать ограничения на валютные операции, на транзакции. Ничего не поменяется. Рубль будет постепенно укрепляться. Но Bloomberg тут попытался нам оказать поддержку. Bloomberg уже вот прям сегодня пишет заголовки у него, да и в принципе Bloomberg вчера, ну, у нас была уже ночь, у нас уже был сегодняшний день, да, а в Штатах был еще все-таки, был 26 июня. Bloomberg заявил, что все, да, по России, у России наступил дефолт, потому что они не смогли выплатить 100 миллионов долларов по просроченным причем платежам. Но никто, опять же, на это внимание не обращает, потому что все понимают, что это полная фигня. Так как сами Соединенные Штаты отозвали лицензию, прекратили действие лицензии номер 9C,
по которой Россия могла проводить платежи по своим долларовым займам. То есть Российская Федерация технически не может провести платеж. Он, естественно, не может пройти. Да? Российская Федерация пошла по пути того, что открывает счета специальные, перечисляет на них рубли, и вот кредиторы, они могут взять их там. Пожалуйста. То есть мы это свои обязательства выполняем, просто-напросто ваше правительство нам запрещает оплатить в той валюте, в которой мы у вас вот эти деньги взяли. Это же претензии не к нам, а вот к этим ребятам. И именно по этой причине тоже никакого шваха не случилось, паники нет, все абсолютно спокойно. А новость-то звучит дефолт. Да нет никакого дефолта. Это никто никогда, ни один суд никогда не сможет признать это дефолтом, потому что выглядит это следующим образом. Вы взяли кредит у банка, приходите платить по нему, а банк вам говорит, я деньги от тебя не принимаю. Ну подождите, я же вам должен заплатить. Нет, твои деньги не приму, а ты мне еще залог вот выплати. Отдай мне залог, и ты мне еще будешь должен. То есть выглядит как грабеж банальный. Понятное дело, что все на это смотрят по всему миру, все возможные Индии, Индонезии, Китай и так далее, и делают свои выводы. То есть, соответственно, подобные заявления на самом деле играют против не только доллара, но и евро, вообще, в принципе, против всей западной финансовой системы. Потому что желание размещать долги в какой-нибудь там, в каких-нибудь евро или долларах у многих стран поубавляется. Оно и так снижается. Да? А в скором времени может сойти полностью на нет, и мы больше не увидим того, что какая-нибудь Бразилия выпускает займы там в долларах. Просто, типа, а зачем? Это же небезопасно. Они же могут взять и просто-напросто попытаться объявить нам дефолт в итоге. Нет, это неинтересно. Это будет, кстати, приводить к тому, что к ухудшению макроэкономической ситуации в самих странах Запада. Как ни странно. Почему? У них скопилось гигантское количество финансового капитала, которое постоянно надо куда-то девать. Да, там монетарные власти сейчас пытаются чуть-чуть этот капитал уменьшить, но все равно он огромен по своим масштабам. И санировать весь этот капитал в принципе, наверное, невозможно. И если уменьшается возможность оттока этого капитала там, в другие страны, в виде, там, например, выдачи им долгов каких-нибудь, то тут два момента. Первое, у вас все больше финансового капитала остается внутри ваших экономик. Он как бы лежит мертвым грузом. Его надо куда-то деть. То есть он начнет просачиваться просто в экономику, провоцируя дальнейший рост инфляционных процессов. То есть ухудшение ситуации по инфляции. Второй момент. Зачастую многие страны берут кредиты в валюте и эти же деньги используют для там, определенных покупок. Потому что, ну хорошо, вы же не можете заплатить врачу зарплату там, в долларах, условно говоря. У вас есть национальная валюта, цены в магазинах в национальной валюте. А вот какое-нибудь там сложное оборудование, чтобы ваши компании закупили импортное оборудование, там, технику какую-нибудь, товары в долларах, в евро. Вот вам на это нужна эта валюта в первую очередь. Поэтому эта валюта так или иначе потом перераспределяется по различным экономическим агентам, которые в первую очередь работают на импорт. Или, например, ну, или зависят от технологического импорта. И эти деньги обратно возвращаются странам-кредиторам, но уже в виде покупок и реальной прибыли реального сектора экономики. А если они не будут этого делать? Инфляционные процессы ускоряются, а экономическая динамика, в частности промышленного сектора, снижается. Отлично. Вот что они в итоге получат своими подобными заявлениями и попытками устроить искусственный дефолт той или иной стране, в частности, на данный момент Российской Федерации. Хотя сама новость, по идее, должна была сработать негативно по отношению к рублю. Не получилось, потому что здесь тоже все прекрасно понимают. Это не сработает таким образом. Ну и рынок нефти. Тут тоже все замечательно. Нефть чуть-чуть подросла до 114, и сейчас все замерли в ожидании, потому что вчера в ходе саммита Большой Семерки, ну в перерывах между встречами, там, фуршетами и тому подобное, Борис Джонсон, великий и могучий, дал интервью CNN, в котором он сделал несколько довольно интересных заявлений. Опять же, не в пользу Европы. Первое, ну, он использовал какой-то довольно интересный оборот, что вечеринка с нефтью российской закончилась. Что он под этим подразумевает, совершенно непонятно. Как,
какой-то странный оборот речи. Ну, мол, мы полностью отказываемся от российских энергоносителей, мы от них уйдем. Но это будет процесс сложный, по словам британского премьер-министра. Потому что необходимо найти замену российским поставкам нефти и газа. А, подождите, то есть вы уже ввели санкции, вы уже ввели эмбарго, который окончательно вступит в силу к концу текущего года. А где взять нефть и газ, вы не знаете. А, замечательно. То есть сейчас вы бегаете по всем странам мира, которые могут добывать и поставлять нефть и газ, и требуете от них увеличения объемов, да, чтобы они вам поставляли. А они смотрят на вас и говорят, подождите, так вы же уже 100% в скором времени не будете получать от русских. Вы уже все для этого сделали, а у вас нет резерва. Да? А, слушайте, мужики, тут двойной ценник. А дальше крутитесь как хотите. А мы хотим заработать. Это же банальная логика. И премьер-министр Британии вот заявляет это вот прямым текстом. Это что-то с чем-то. Но дальше меня добило другой прикол. Еще больше. Если вы посмотрите внимательно это интервью, он там сказал, что и вторым дополнительным фактором избавления от зависимости от российских энергоносителей станет развитие зеленой энергетики, альтернативной энергетики, и что каждый год мы будем наращивать объемы строительства ветряков, значит, там, солнечных батарей и вводить по одной атомной электростанции. Во-первых, как это сказывается с экологической повесткой, учитывая, что по требованию экологов пытаются закрыть вообще все атомные электростанции. Но самое смешное здесь в другом. Даже если вы как-то попытаетесь перевернуть и сказать, что атомная энергетика – это все-таки чистая энергетика, потому что, ну, по большому счету, если не происходит аварии, то да. Из трубы выходит водяной пар, в конце концов, а не какую-нибудь там гадость химическая. Но здесь другой прикол. Обратите внимание, что Соединенные Штаты, когда вводили свое эмбарго на поставки российских энергоносителей, исключили из него, там отдельно прописано исключение, ядерное топливо. Точнее, уран. То есть, чтобы работали атомные электростанции, нужен уран, который перерабатывает в ядерное топливо и заряжают им эти атомные электростанции. А уран поставляет Россия. Но Борис Джонсон сказал об отказе от российских энергоносителей. Да. Как у них это в голове укладывается, совершенно непонятно. Но самый главный вывод в том, что нефть получила дополнительный потенциал к росту. Сейчас будут ждать завершения саммита G7, каких-то политических заявлений по итогу этого, там будет принят какой-то документ, какая-то резолюция, еще что-то, в которой наверняка, вот после подобного интервью Бориса Джонсона, будет вписан отдельно вопрос по энергоносителям, то есть по нефти, газу там, и тому подобное. В котором, скорее всего, опять будет констатироваться, что мы будем искать, где бы нарастить объемы там, поставок из других стран, то есть у вас этого нет. И вы это сейчас еще раз подтвердите. И это создаст предпосылки для нового витка роста цен на нефть. Я не исключаю, что в течение там, ближайших нескольких недель мы все-таки дойдем до отметки $126 за баррель, хотя бы. Вообще, в принципе, я так среднесрочно смотрю, это $130. Многие высказывают предположение, что на конец года, в частности, и те же самые американские инвестбанки высказывают прогноз, что на конец года цена будет $145 за баррель. Не исключено. И в этом виновата сама Европа своей довольно странной, непоследовательной и глубоко непродуманной политикой. Что нас может ждать завтра? Вот завтра у нас, на удивление, крайне скучный день, потому что макроэкономический календарь совершенно пуст. Нет, мы можем посмотреть, конечно, на промышленное производство в Италии. Оно там снижается, это неудивительно. Да? Но понятное дело, что самым главным будет это саммит G7. Вроде бы как он завтра как раз и завершается. Если мы посмотрим в среду, у нас его нет, по-моему. Нет, уже нет. То есть, соответственно, завтра последний день этого саммита, и будут сделаны какие-то вот те самые публичные заявления, официальные заявления, от которых можно будет уже отталкиваться. То есть, именно вот те заявления, те документы, которые будут делаться и опубликованы после, по итогам этого саммита, будут определять настроение участников рынка. По валютному рынку это, скорее всего, никак не скажется, а вот по рынку там золота, в первую очередь нефти, это скажется достаточно заметно.
Вот такие у нас дела. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, пожелания, конечно, пишите, не стесняйтесь. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи, мира и до новых встреч.